здесь закончили практически земляные работы, выкопали котлован. Вот мы здесь стоим, который на платформенной части будущей станции. Монтируется сборный железобетон, ведутся бетонные работы. Работают 10 подрядных строительных организаций специальных, электрических, электромонтажных, сантехмонтажных, вентиляционных, отделочных работ и так далее. Ведутся, здесь работает около 300 человек, 500 механизмов и машин. Скажите, пожалуйста, те деньги, которые были в сентябре перечислены за счет продажи механизма, они уже все освоены? Они уже все освоены, и мы уже рассчитываем на получение очередного транша, он крайне необходим. Мы работы делаем с опережением к поступлению денег. Сейчас на что нужны деньги? Какие работы? На продолжение работ, вот сооружение станции, здесь вот видите, платформа. Нужно монтировать стены, перекрывать перекрытия, делать отделочные работы и так далее. Весь комплекс работ, который необходим. Какой сейчас транш нужнее всего? Ну какая сумма примерно? Нам нужно в декабре месяце около 50 миллионов гривен.